Друзья, готовимся к премьере клипа «Наивная». Так называется прекрасная песня, которую мы сегодня и послушаем, и посмотрим. Да, нас ждет по-настоящему эмоциональный клип. В студии «Доброй раницы, Беларусь» автор, исполнитель и режиссер Ирина Прима с двойной премьерой. Доброе утро. Доброе утро. Ира, доброе утро. Ну, давайте вот первым делом всем расскажем, что Прима – это не псевдоним, если что. Мы видели паспорт. Прима – это не псевдоним. Это моя настоящая фамилия. И это прекрасно. Да. Хорошо, давайте сейчас поговорим вот про такой момент. Вы и пишете песни, и записываете, то есть поете, и сами режиссируете, сами монтируете еще, что ли? Ну, ну да. За съемку отвечают, конечно, профессионалы. Естественно. Но чтобы, если это мой клип, то, конечно же, я прилагаю усилия, чтобы все сложилось в одно красивое кружево. Это моя режиссерская работа и красивый сценарий. Ну и красивый сюжет. Релиз, кстати, трека и вообще клипа состоялся буквально вчера, да, анонсировали даже, по-моему, где-то в социальных сетях. А почему решили совместить два события? Вот скоро Новый год и вообще такая, я так понимаю, зимняя история, да, в клипе мы увидим. Ну, вы знаете, мне кажется, что всегда лучше не только слушать новую песню, а, конечно же, если еще есть и картинка, да, дополняющая, то это намного интереснее. Еще я это подсмотрела у топовых артистов. Они всегда выпускают новый трек вместе с клипом. Ну, вообще помогает понять, что хотел сказать автор, правда? Да. Действительно, а что вы хотели сказать вот этой самой песне с таким, ну, несколько любопытным названием «Наивно»? Это легкомысленным. А вы знаете, что это не про меня. Ну, все, конечно же, из жизни. Не из моей, это не моя история. Мы, девочки, понимаем, что каждая из нас когда-либо в своей жизни бывает наивной. Была, по крайней мере, да, наивная. Да. Вы знаете, что я скажу так, он потерял ее, пока искал себя. Вот. Песня о любви. Глубоко копает. Да. И если вы посмотрите клип, то сразу станет все ясно. Вот, кстати, одним из героев этого клипа стал наш коллега, ведущий из Гомеля, Александр Лупиненко. Вот скажите, его роль плохиша досталась или хорошего? Да, вот он кто, добрый полицейский или злой? Вы знаете, когда я написала песню, я сразу для себя решила, что доброго персонажа актера сыграет Александр, потому что его красивый образ... Он очень красиво такая смотрится в кадре. Да. Добрая энергетика, она полностью подошла мне. Давайте заинтригуем и скажем, что в конце клипа Александр Лупиненко спасает Ирину Прима. Больше говорить ничего не будем. Это такой спойлер был. Нас ждет хэппи-энд, судя по всему. Так, ну и действительно, здорово, что в кадре мужчины, красивое телосложение. А второго мужчину вы через кастинги искали какие-то? На роль брутального мачо был настоящий кастинг. Так, мне интересно, как это проходило. Да. Ну, конечно же, так как муж мой профессиональный боксер. Да, да, и вы занимаетесь боксом. Немножко. Мой супруг отвечает за мою физическую подготовку. Вот. Вы в прекрасной форме. Спасибо огромное. Кастинг мы проводили из наших знакомых, профессиональных бойцов ММА, бокса, чемпионов. То есть мы боксера увидим. Потому что я считаю, что... это самые дисциплинированные, самые красивые мужчины. Что зачем еще где-то искать, правильно? Я думаю, что они тоже привлекут определенную аудиторию. Вы знаете, мы выбрали парня, который немножко похож на Макгрегора. То есть я могу где-то в хэштеге указать, что спасибо Макгрегору, что снялся в моем... И это сработает на рекламу, это слушайте, точно. Слушайте, я-то клип смотрела, можно еще вот поговорю про такой момент? Как вы отважились гулять по морозу в тоненьком платье, почти полупрозрачном? Как вообще? Снег вокруг, зима, а вы такая вся, конечно, раскрасавица. Наивная. Ну, здоровье не жалко было? Ну, наивная, что еще сказать. А еще это очень эмоциональный клип. Он же бежал за мной. Он же догонял меня. Ну и в конце я такая сбросила это пальто. Оковы все с души сбросила. Оковы все сбросила, да, и сказала: уходи, не надо мне, я пойду к Саше Лупиненко. Вот так было. А он ждал с распростертыми объятиями. И мы ждем тоже премьеру клипа. Что хотите сказать, Ирина, всей стране? Ой, вы знаете что? Пусть счастье и удача будут вашими верными спутниками. Конечно же, любви в сердце и... улыбок на лице. С наступающим Новым годом, дорогие белорусы! Поет, ура! И пусть душа ваша поет. Мы желаем вам хорошего продолжения дня. Прямо сейчас премьера клипа. Ирина Прима в нашем эфире. Что она наивная, самая в мире. Ждет его, надеется, что он вернется. Только
Сколько сердце девочки вряд ли дождется. Вряд ли дождется. И эти слезы, слезы, слезы. Вечером модные клубы, только у меня в душе белые розы. Не заметит никогда он мои слезы, он мои слезы. И эти слезы, 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 вода текут ночами. Сердце.